Здравствуйте! Лыжный тренер Юрий Каминский, который может возглавить мужскую сборную России по биатлону, рассказал о предложении со стороны президента Союза биатлонистов России Владимира Драчева. По словам Каминского, Драчев обратился к нему еще в марте после чемпионата мира, однако тогда не было никакой конкретики. Затем правление Союза биатлонистов России выбрало других тренеров, к чему Каминский, по его словам, отнесся нормально. Но ближе к середине мая у нас состоялся еще один разговор с Драчевым. У меня были обязательства перед Казахстаном, но по ряду причин с ними не сложилось, рассказал специалист. Каминский признался, что никогда не тренировал биатлонистов, однако сам пару раз участвовал в региональных соревнованиях. Он также отметил, что много общался с Николаем Лопуховым и Михаилом Девятьяровым, которые имеют опыт работы в биатлоне. То есть информации у меня намного больше, чем у простого диванного специалиста. Но сейчас, конечно, срочно буду восполнять пробелы в своем биатлонном образовании, подчеркнул Каминский. Очень хочется надеяться на то, что с приходом этого специалиста действительно будет прогресс у российских биатлонистов, так как очень хочется уже порадоваться их успехам на трассе, поддержать их и искренне поболеть за них. В последнее время, конечно, мы получали только одни разочарования, глядя на то, как выступают спортсмены. Остается пожелать Юрию Каминскому успехов в своей новой работе, а всем биатлонистам здоровья и будущих успехов. Будем ждать от них реального прогресса. В заключение нам хотелось узнать, что вы думаете по данному поводу. Спасибо за просмотр этого видео. Не забудь подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Мы будем также рады вашим лайкам и конструктивным комментариям. До новых встреч!